Друзья, ну вот сегодня, видите, вот наши бесстрашные женщины, все вот раз, два, три, один, а, вот четыре, короче, четыре машины, это будет у нас, как говорится, колонна ехать на Мариуполь, попытаемся нормально мы съездить. Наша задача помочь мирным жителям, насколько это возможно. И мы, как люди доброй воли, едем сейчас в Мариуполь кормить людей. Машины забиты, ну вот сейчас покажу, до отказа продуктами. Каждая машина полностью забита, вот четырьмя машинами мы едем. Это все благодаря вам, дорогие друзья, подписчики. Благодаря подписчикам Татьяны Монтян, Ане Долгаревой, благодаря... подписчикам и Светланы Пикты, ну все, кто участвует, я не могу, понимаете, отдельно выделить людей. Почему? Потому что идет огромное количество закупок на огромные суммы, и наша задача помочь людям. Так что вы все участвуете, все, даже кого-то, кто не назвал, со всех стран, со всех регионов Украины, России и дальнего и ближнего зарубежья. То есть мы все помогаем. Ну и вот он я, конечно же, вот. Видите, все. Будь добру, едем. Едем. Едем по машинам. Очередь получается безымянным со стороны Мариуполя. Люди, которые эвакуируются, не уменьшаются. Она очень-очень большая. Подъезжаем к Широкино. Получается здесь. В прошлом видео не показывали, потому что спешили. Вот здесь получается убирал мусор трактор и подорвался на него. Ну, здесь вот там все удручающе. Машины, которые на минах подорвались, гражданские. Вот там Широкино. Одна машина получается, а вот от танка осталась одна башня. Все, все разбито, все. Вот как обычно Мариуполь. Сейчас мы вот видим, он весь горит, отовсюду идут дымы, ну, мы к нему подъезжаем. Впереди у нас тоже прилеты были, он сейчас тоже будем ехать. Все на дыму. Целая очередь народа, люди лежат с собачками, кормят людей. Инвалиды вот приехали. Смотрю. И, друзья, сейчас мы приехали вот здесь, окраина Мариуполя, идет ожесточенный бой. Туда мы именно попасть не можем. В данный момент мы туда проедем. Но чтобы вон, видите, Азовсталь вся в дыму. Идет серьезные сейчас бои. И вот гляньте, какая очередь людей. Все эти люди пришли с Мариуполя, и они голодные. Им нужно покушать. И вот сегодня четырьмя машинами мы приехали. Вот здесь раздают, варят каши и тому прочее. Вот мы привезли продукты этим людям. Давайте сейчас будем разгружать. Вот. Ну что, ребят, начинаем разгружать продукты. И водичку. То есть у нас будет и водичка здесь людям. Что? У нас маслица. А, здесь каши. Рисовые. Можно сразу запаривать. Мариуполь? Да, я думаю, вы слышите? Да. Да. У нас не снимаете? Да, нечего. Да, да.
хлеб, воду, каши различные, колбасу быстрого приготовления, получается, бихланч, конфеты, печенье, все, что у меня практически есть продукты забора, хуйни-кури, все мы привезли сюда, и сейчас будут кормить людей. Вы видите, какая очередь огромная? 5-6 тысяч человек официально проходят этот пост ежедневно, эвакуируются с Мариуполя. И ребята сейчас готовят здесь, и мы им, вот как говорится, помогаем сейчас продуктами и тому прочее, чтобы люди были сыты. Спасибо огромное всем, кто принимает участие. Каждого отметить невозможно, но вы знаете, что все доходит именно людям, которые нуждаются в нашей поддержке. Скажите, с откуда вам удалось выбраться? С мультицентра. Это где был раньше кинотеатр «Союз». 79-й дом, это проспект Победы. Утром пришли военные, сказали, что мы были в подвале 3 дня, ночевали там. Вот. Военные сказали, что уходите в безопасное место, идите в сторону Пожевановской церкви, вам там... Вас отвезут на базу. Вам помогут. По всей вероятности, значит, были, там должны были быть бои. Спасибо большое военным, что они нас вывели оттуда, что мы остались живы. Это я очень благодарна. Спасибо большое, низкий поклон. Потому что если бы мы остались, мы, наверное, бы там погибли. Друзья, огромное вам спасибо. Еще раз вам низкий поклон. Вот мы привезли не просто там какую-то коробку. Мы привезли, вот видите, сколько всего для этих жителей, которые сутками не ели, не спали, не пили. И вот сейчас, благодаря вашей поддержке, вот это все будет распределено людям. Сильно мы не будем здесь задерживаться. Но вы сами понимаете, какие-то моменты мы отснимем. Но все же, вы слышите, идет бой, сильнейший бой в Мариуполе. То есть все очень здесь страшно и очень больно видеть вот этих людей черных, немытых. А потом там нам ребята помогли, туда довезли до детей. До не, нам креста. Зеленый коридор сделали, мы бежали. Все детей вывезли, а мы сюда пришли. Это сок деткам. Да. Держите. И вот шоколадки берите. Держите. Спасибо. Спасибо большое. Пошли. А можно, да, поставить одну? На Нюнечке. А скажите, а у вас корм для животных есть? У кого дети? Вот. У кого можно взять? Вот женщина, синяя машина, у нее должен быть шок. Ага, спасибо. Блин, нужно сок взять. Сок не брали. Да не за что, это люди тоже со всего мира, с Украины, также с России, совсюду. Они передают средства, чтобы я вам помог выбраться отсюда. Спасибо. Жека, спасибо. Будет? Спасибо. Спасибо большое. Мечтаю 3 недели уже, ну, честно. А мы месяц, ничего не видим. Не, ну я кофе дико зато хотел. Зато украинская власть приходит и только с квартир за женщин, детей выгоняют на улицу. А в квартирах забирают все, питание, все. А Россия молодцы, накормили, напоили, обогрели. Мы рады, что нас забрали, очень рады. Ну, друзья, бедненькие люди с детками, совсем они выходят с Мариуполя. Жестко там в Мариуполе? Воинов-освободителей, Мариуполя. Выходим с подвалов, которые не оборудованы по бомбоубежищу. Вот видите, сколько людей вырываются, кто как может. Смотрите, в прошлый раз мы привозили продукты и тому прочее сюда, даже виноградное. Вот мы как раз здесь проезжаем. И вот сейчас, видите, все организовано. Кашка с мяском, чаек, все как положено. То есть люди, которые выходят с Мариуполя, сразу получают горячее питание, воду. И уже, как говорится,
БКшки сытые приходят. То есть сколько дней не голодали, а тут сразу их кормят. Выездная аптека организована. И люди стоят, первые необходимые лекарства, они сейчас покупают. Здесь продают за гривны и тому прочее. А люди вот вырвались с этого ада и стоят в очереди за лекарств. Вот летит, слышите, снаряды летают. И прилеты снарядов идут. И это Мариуполь, окраина Мариуполя. И вот сейчас здесь идет сильнейший бой. Вот машина разбитая получается. И что самое поразительное, на ней написано «Дети». Машина была повреждена, врезал, тут были взрывы, неизвестно, что с семьей. Здесь все разбито, сейчас идут бои, и вот этой стороной люди пытаются эвакуироваться. Вот вы видите дома, как сгорели, девятиэтажные, полностью все. Вот получается, дома местных жителей, все разбито. Вот какие воронки тут, человеческий рост. Вот, друзья, люди идут. Видите? Выбрались. Стреляют сильно там. Сейчас а мы... ты на велосипеде доберешься. Так, сумки бабушку, давай. Бабушку загрузили мы. Все будет хорошо. Давай. Все, все. Заходи, кто там еще, садитесь, а мы вас довезем. Давай. Садитесь, женщина. Он с ними поедет, я даю. Слушай, давай достать. По-моему, залезем. Да залезем. Все, давай, сядем. Друзья, вон еще бегут люди. Блин, ну сколько ж. Тут надо эвакуацию полнейшую производить. Бегите сюда! Это дети, там дети или кто? Да, там дети вроде. Там что, дети? Да. Ага. Слушай, по-моему. Мы уже забиты здесь, мы уже поедем. Мы вернемся, детей этих заберем. Хорошо. Да, конечно, все ужасно разбито. Чуть не врезались. Церковь тоже вон вся стоит разбитая. Дома более-менее еще с этой стороны. А там мы все видели. Все уничтожено. Останавливаться мы не можем, потому что идут обстрелы. Разбитый, все тут что-то насыпали, мы пытаемся выехать. Привет, малыш, тебя все долго искали, он вообще то исчезает, то появляется, то избегает. Нужен, забираем его? Забираем, везем в Донецк, вот этих куча прецедентов, может быть хоть один реально возьмет. Отозвется. Собаку. То есть собака будет у тебя? Сначала я привезу к себе, дальше ищем, кто хочет взять несчастного старого лабрадора брошенного. Да. Смотри там, с чем я не знаю, добрый. Ты добрый? Ой, ты маленький. Он хорошенький, лапочка. Он добрый, но если да. Что-то не так, он, у него характер. Да. Он тут всех разогнал. Кого, собак? Ну да. Ну собак-то. Это плохо. Вот с собаками, я не знаю, как у меня стафы.
Драка будет пипец какая. Ничего, ну ничего, заберет, в принципе, я сейчас выложу видео, и я думаю, люди отзовутся, кто его искал, и заберут. Видите, тут собак очень много получается, они по дороге бегают, вот сейчас, и вон собачки, везде. Здесь очень много виноградов собак, и на окраине Мариуполя, и хаски, и бульдог, кого только там нету, мы были. Мы не стали это уже снимать. То есть, если кто хочет, приезжайте, забирайте собак. Я не могу все вывезти, конечно, но тут, конечно, и нужно животных возить, потому что многие животные брошены. Так куда? Тут люди брошены, видите. Они пытаются сейчас выехать, а идут сильнейшие обстрелы. Там мы были сейчас, там вывозили. И ты тоже добренькая собачка, да? Добренькая, добренькая. Текстильщик, вот подъезжаем, блин, походу прилет какой-то. Офигеть. Вот это взрыв. А ну смотрим, что там. Что-то взорвалось, а? За текстильщиком, да. Что-то очень серьезное. Вот один взрыв. Вот второй взрыв только что произошел. Что-то сюда очень сильно прилетает. Какие-то серьезные взрывы в стороне Семашка.